Всем привет! Привет! Сегодня 4 июня, и сегодня у нас официальное открытие нашей сауны. Ну, неофициально мы уже открыли ее много раз. А сегодня для вас, зрители, покажем, как что выглядит, ну и как сам процесс этот происходит. Расскажем про джакузи, который мы приобрели. Покажем, что и как паримся. Сварим раков и посидим раков с пивом, попьем или поедим. Пиво попьем, раков поедем. В общем, поехали. Итак, для начала включаем парилку. Ну, чтобы она где-то, пока мы будем рассказывать, пока раки варятся, чтобы нагрелась она. Делается это вот так вот. Раз, два. Электричество пошло на печку. Ну, на печке вот здесь вот выставляем время. Ставим на максималку. 2 часа. Тут по таймеру через 2 часа она отключается, короче, сама. И температура. Ну, мы пока максимум ставим. Еще толком-то и не разобрались, можно так сказать. Приточка открыта. Тут прохладненько, свежо так. Ну, вообще, как бы, я считаю, если баня утеплена нормально, в ней, ну, парилка, баня там, в ней должно быть прохладно. Здесь 22 градуса сейчас, вам покажу. Температура 22 градуса. Влажность показывает что-то 70, но... С влажностью мы тоже не разобрались. Пока с этими гидрометрами мы мучаемся и понять не можем. В общем, сейчас в видео все объясним. Коврики. А мы да так будем сидеть. Под попку. Второе дыхание у нас открыто. Время сейчас 16:15. Посмотрим, сколько там через час нагреется у нас. Ну, пока греется парилка, рассказываем про нашу джакузи. В общем, манипуляции с джакузи такие. Чехол снимается. Сворачиваем. И убираем вот сюда, вот его в диванчик. На время, пока паримся. Чтобы тебе не прихлопнуло. Крышка вот здесь надувная такая идет. Вот, крышку вытаскиваем. Сюда вот к стене стелим полотенчик. Такая мягкая. Ну, в смысле мягкая, надувная. Так. Вот как она здесь стоит. Водичку нагрели мы сейчас, вода. 33 градуса. С утра она была 25. Вот мы с утра включили. В час где-то, ну, на 2 градуса в среднем. Ну, 1,5-2,5 градуса. 1,5-2,5 градуса нагревается. Вот она. Ну, мы уже отключили, это не то, что сейчас. Вот в 10 мы включили, наверное, где-то в час выключили, 1,5. 33 градуса вода. Тепленькая. Можно, конечно, после парилки не делать. Вот, по джакузи. В общем, джакузи этот на где-то 800 литров. Потому что там спрашивали. У него есть подогрев воды до 40 градусов можно подогревать. Есть, ну, само джакузи, вот эти форсунки. Ну, какие там форсунки? Там не форсунки, там дырочки просто. Вот по периметру идут дырочки вот такие вот. Вот, из них подается воздух. И есть еще какая-то там, чтобы жесткость воды, что ли, уменьшать, какая-то система. Сколько-то она там электроэнергии, ну, потребляет. 10 ватт, по-моему, вот какая-то функция для уменьшения жесткости воды. Ну и в принципе все, что тут еще. Дно оно такое мягкое, короче, получается. Вот этот материал сам, ну, достаточно такой прочный, жесткий. Не то, что на надувных бассейнах, которые вот эти на улице. Не знаю, ну, кошек все равно сюда. Страшно пускать. А, ну, в принципе, как работает джакузи, можно продемонстрировать. Нажимаешь кнопочку. Вот
надувную уточку купить. Это вот шарик ползает. Шарик – это хлористая таблетка, медленно растворимая. По тому, как сливается вода и, ну, вообще как бы по обслуживанию, мы вот налили, как это все сделали, налили воды просто сюда. 3 дня мы в нем тут балдели, откисали, плавали, короче, купались. Ну, кайф неимоверный, короче, от этого, от этих пузырьков нам очень понравилось. Но через 3 дня начали стенки покрываться, ну, слизью, короче, и стенки, и дно. Вот, поэтому без химии, ну, он долго не стоит, этот бассейн. В общем, где-то через 5 дней мы слили воду, вода сливается элементарно. Вот такой дренажный насос опускается туда и шланг вон на улицу. Ну, пока вода без химии была, мы его вон прямо на газон под его слили. Вот. После этого налили новую воду и добавили туда вот одну таблетку хлорки, вот этой вот хлористую таблетку, долго растворимую. И вот такой вот аквастоп водорослей нет. Ну, мы его и в наш бассейн большой добавляем. И вот сюда добавили. Ну, вот уже неделя водичка идеально прозрачная. Также здесь есть система фильтрации. Вот фильтр там стоит. Фильтр. Вот такой вот картридж вставляется туда. Вот. И еще мы заказали, уже в город пришло, но еще в город не ездили забрать. Вот сюда вот на это накручивается подсветка. Меняет цвета, она, короче, лежишь в темноте, тут и вообще красота. В общем, вот так вот, такой джакузи. Нам нравится, мы его планировали изначально, в общем, ну, и мы пока довольны, никаких минусов в нем не видим. Многие нам там говорили, нафига вы его купили, лучше бы сюда акриловые джакузи купили. Вот. Ну, во-первых, акриловые джакузи на 4 человека, потому что сюда 4 человека помещается. Ценник будет там ого-го. Вот. Ну, и на 2 человек как бы... Ну, все равно в этой, в угловой ванне, в этой, ну, там, так не погуркаешься, как вот здесь вот. Ну, здесь мягко, безопасно вообще как бы. Потом, может, в будущем, когда это надоест, сделать тут из блоков, самому какую-то систему придумать. Также полистиролом, как в бассейне, и вкладыш вставить, ну, можно что-то будет сгандубасить. Ну, пока этот устраивает нас, все нормально. Шторку закроем. Здесь типа ночь была, и нас видно не было. Видно сейчас? Угу. Все, пракус сюда можно было снимать. Еще нам там многие советовали, типа, вот эту вот бандурину переставьте вон туда вот в угол, вот так вот поменять. Ну, во-первых, если ее сюда поставишь, то к окну уже неудобно будет подходить. Здесь вот есть доступ к окну, свободно как бы ничего. Там она нам вообще не мешает. Ну и самое немаловажное, это то, что здесь уже выведена розетка. С? Заземление, ну вот заземление провод идет отдельно. И розетка идет через диф-автомат. Ну, вот, то есть... Там такой розетки нет, потому что вон там около телевизора подключите и будет нормально. Также еще был совет, переставьте диван туда в угол поставьте, сюда джакузи. У нас здесь уже вода выведена под джакузи. И еще раз скажем, розетка здесь сделана. Если сюда джакузи поставить, она будет вот тут вот выпирать. Выпирать. Ну, мы вот так вот планировали, как планировали, так картинка нарисовалась. Нам так и нравится. Ну, уже и не переставишь никак. Мы и не хотим переставлять. Столик вот такой приобрели. Долго мы его искали. Удачно, да, искали. Думали, овальный какой-то, круглый. И что-то нам подходящее не попадалось. Ну, подходящее именно то, что они все низкие идут, журнальные столики. А здесь вот именно, чтобы раков удобно было есть. Что он высокий, короче. Он стеклянный и вот этот пластиковый. Ну, здесь как металлические трубки. Короче, вообще, ну, нам понравилось, он вписался. И теперь и места достаточно. И даже места, да, больше, чтобы ходить. Ну, вот эту штуку мы уже как бы рассказывали. Сюда вот так ставится. И сюда напитки. И это. Закуска. И закуска, да, ставится. Воду в бассейн мы чуть-чуть перелили. Выше максимум сделали. Вот сейчас надо будет ее слить. Есть еще один способ слива.
А, мы не договорили. То есть дренажным насосом сливается, там остается вот так вот. Ну и тут приходит на помощь... Подписчик. Подписчики. Нет, там несколько подписчиков нам написали. Ну, подписчики. Что у вас есть строительный пылесос, который собирает воду. И вообще прям красота. Собрал всю воду и все. Ну, а по мелочи... Вода здесь до конца не сливается. Ну, вот через вот этот вот слив. То есть дренажным насосом слил, и все. Все равно вода остается. Вот эта фигня, она вообще не помогает. То есть, чтобы вот отсюда слить. Даже наклоняешь его, короче, толку мало. Но сейчас вот, чтобы нам слить воду, мы можем чуть-чуть в сливную яму слить воды. Да, не забываем, что у нас есть сливная яма. На случай, если много воды выплескивается отсюда, то вон есть слив, туда вода уходит. Ну или на случай, вот, допустим, как сейчас надо чуть-чуть убавить. Потому что если много воды будет, когда мы туда залезем, и джакузи будет работать, она будет выплескиваться. Вот эта вся вода, которая здесь набрызгивается, пока мы там купаемся, пока бегаем тут. Ну, потом после этого всего протираем тряпочкой, и утром здесь сухо. Потому что многие переживают, как влажность, как телевизор тут с влагой такой работать будет. Ну, мы сегодня продемонстрируем, какая влажность будет после нашего купания, потому что сейчас она поднимется, ну, после того, как бассейн открыт. И на утро покажем, какая влажность. Вентиляция, ну, в принципе, она всю ночь не работает. Вот она работает вечером только. И утром здесь сухо, полы сухие и влажность нормальная, как и в доме. Помимо того, что там заземление, розетка у нас с диф-автоматом, здесь еще вот, ну, провода все как бы герметичные, вот это все герметично. Здесь тоже есть, я так понимаю, типа диф-автомата или УЗО, я не знаю, вот раз и отключается все. Вот. На корпус, чтобы туда как-то вовнутрь вода попала, ну, я не знаю, это надо его... туда в воду сунуть. Вот. А так, ну, вся вода, то, что попадает сюда, она стекает. Да и воды там много. А вообще будет. Вода не должна и туда попадать. Не, ну она сверху вот попадает. Для тех, кто не знает, здесь не бассейн. Здесь не плескаться нужно, а просто наслаждаться, лежать и пузырьками, там, массаж. Ну, брызги допустимы, а так, чтобы тут... Волны какие-то были, тут нет такого ничего. Чтобы когда выходишь из джакузи, ну, сырость тут сильно не было, они коврик приобрели. Ну, это такой же коврик, когда из душа выходишь. Тоже, чтобы ножки вытер и пошел. Ну, и под вот это вот колесо тоже кладем. Мягкие коврики, мягкие, которые коврики легко можно постирать и высушить. Да. Угу. А на диван, ну, говорят, там водопроницаемый. Ну, такой материал, как этот, как кожезаменитель. Ну, не кожезаменитель. Ну, не кожезаменитель, какой-то, не знаю, что за материал. Он, ну, на нем влага, конечно, остается, но когда садится, это вот полотенчик подстелил, и не будет. Ну, мы тоже его мочили, и на утро он сухой, короче. О, по гидрометрам хотели сказать, по влажности. Короче, есть у нас вот такой гидрометр. Это самый дешевый, где в лира брали. Угу. Два. Притащили с бани гидрометр. Вот такой вот. Купили часы с гидрометром. Вот такой вот. И, блин, они все разные показания показывают. Как определить, что конкретно? Ну, вообще, как бы, по ощущениям, нам кажется, вот это самое правильное. И это мы заворачивали в полотенце, как там нам советовали, выставили на, ну, 100% влажность. Ну, короче, он что-то слишком много влажности показывает сейчас. То есть на данный момент он показывает, что 80 здесь. Ну, здесь 80 нету, это точно. Эти вообще не знаю, как они регулируются. То есть мы их тоже заэтовали. Ну, это 60 показывает, это показывает 80. Здесь показывает почти 70. Было на этом 55, вот, то есть когда нормально. Ну, и мы так и думаем, что примерно здесь где-то 55% влажности. Иногда меньше будет, когда, ну, иногда меньше бывает, когда вентиляция дольше работает. Короче, вот так вот. Сейчас будет больше. Сейчас мы влажность поднимем.
это можно туда поставить, сравнить. А в Полинке вообще другое показывает. Все, водичку слили. Ну, вот она должна посередине между максимумом и минимумом быть. Это для нас двоих. Если ну, тут еще два человека, то еще надо сливать, потому что будет выплескиваться. Вот, время прошло сейчас сколько? Сколько было? 15 минут? 25 минут. Пошли посмотрим, сколько полил. Ой, тут уже не вылезло. 55 градусов, короче. Ну и влажность упала. Вот он, когда влажности нет, он нормально, наверное, показывает. Здесь нам сверху говорили, когда будете открывать парилку, жар будет выходить, и тут у вас все расплавится. Ничего тут не плавится, все нормально. Вот сейчас открывали, ну, правда, 55 градусов еще, ну. Мы больше 80 пока еще не нагревали. Нам достаточно этого. Вот так вот. Мы все-таки приходим к выводу, что мы больше не парильщики, а нам вот, вот бассейн, вот эта вещь. Пошли варить раков и покажем процесс парения. Пошли. Прошло чуть больше часа, сварили раков, стол накрыт. Сейчас торжественное открытие нашей сауны. Или... С ленточкой. С ленточкой. Ну, что ты? Ты волнуешься? Да. Очень. Открывай давай. Не могу. Та-дам! Та-дам! Режь ленточку. Вообще, ну... Неправильно. Вот так вот. Это хранить надо. А это тебе на память. От бани мы такое оставим. Еще один проект завершен. От бани такое оставим? Где-то есть. Ну, надо их в коллекции складывать. Пошли. Потом это стенд сделаем с бантиком. Так, пошли посмотрим, сколько сейчас в парилке. Короче, час 15 прошло. Ой, закрой. 80 градусов, ну и 20 влажность покажет. 80 плюс 20, почти 100. Ну все, мы париться и в джакузи, и раков с пивом кушать. Погнали. Погнали. В общем, паримся мы, купаемся, отдыхаем. Вот, смотрите, какая влажность. Ну, вот видно, наверное. Можно его выложить вот так. О. Это к тому, что показать, что здесь сырость. Влажность один гидрометр 70 показывает, другой
72. Ну, уже почти вот, сошлись они во мнениях. Пока, они все сошлись во мнениях. Непонятно, почему. Почему они до этого неправильно показывают, что сейчас, ну, примерно вот 70, 70, 75 это показывает. Вот этот больше всех показывает. Вот сидели на стульчиках, ну, на диванчике вот пятна такие, ну, мокрые остаются. Ну, вот здесь, видишь, лужи. Видно там, нет? Слышно. То есть по кругу бассейна тут влажность. И все это к чему мы? Сейчас мы продолжаем дальше там расслабляться. Потом мы, когда это все заканчиваем, накрываем бассейн крышкой, протираем все это шваброй. Вентиляция, она все время у нас работает, вытяжка. Приточка, ну, как бы, не обязательно включать. Хотя сейчас можно на улице там сколько? 25. В принципе, тот же самый будет. Можно и приточку сейчас включить. Ну и утром встретимся и покажем вам, что здесь произошло. Да, сейчас разом прощай, да? Поехали. Не, покажем, какая влажность, ну и то, что здесь. Ну, мы знаем, что сухо будет, потому что уже не первый раз это делаем. Ну и в самом помещении, хочется сказать, здесь вот тоже тепло достаточно. Парилки, ну, сейчас, жарко. Сейчас тепло, да, потому что это... Сейчас тут 30 ну, градусов. Вон. А в парилке сейчас... Я не пойду. Покажи. Быстрее покажи. Ну вот, 90 почти сейчас тепло выйдет. 90 и 20. Что-то вот эти гидрометры на минималь, ну, чем меньше влажность, тем больше, по-моему, они врут. А вот на максималку они почему-то все начинают это показывать. Вот, ничего не расплавилось. Что, не отвалился еще? Смотрите, ждем, ждем. Ну, оно тепленькое как бы. Да. Ну, оно и должно быть тепленькое. Ты же открываешь дверь. Горячее, я сказал бы. Ну, 90 уже нам вот выше крыши. Все, короче, разговорились, нас раки ждут и пиво. Нас раки ждут. До завтра. Сегодня, какое утро уже, обед? Сегодня 5 июня, вот, ну, сейчас не совсем утро, уже обед, 2:30, вот, не получилось с утра заснять, но это сильно как бы на результат не влияет, потому что, ну, то, что мы хотели показать, уже вчера вечером, в принципе, через 3 часа работы вентиляции в сауне было сухо, влажность была, ну, меньше 60 градусов. Сейчас заходим и показываем, что и как там дальше произошло. Хоп. Все, здесь. Ну, даже заходишь по воздуху, ощущаешь, что никакой влажности нет. Если вчера, пока мы тут парились, купались, ну, ощущалась влажность, сейчас ее нет. Там видно нормально? Шторку закроем, чтобы ракурс нормальный. Ракурс, освещение. Шторку закроем, чтобы освещение нормально. Ну, полы все, тут ни капельки нету, все сухо. Зимой, наверное, с теплым полом вообще будет момент высыхать. Зимой с теплым полом будет вообще писец, наверное. Диван, вот он, сухой. Ничего нету. Пятнышек нету. Вот, все отлично. Столик классный. Столик, да, классный вообще. Очень понравился вчера его первый раз. Легкий, удобный. Ну, по манометрам, по влажности, по гидрометрам этим. И это 30 показывает. Короче, вот на минималке они не могут сойтись никак. Если при максималке они все примерно 70 показывают, то здесь этот 30, этот, который мы подкрутили, 70 показывает. Ну, а он получается, он все время 70 показывает. Надо его подстроить вот под этот. Ну, мы все-таки придерживаемся вот этому. И нам кажется, он более-менее правильно показывает. Вот вчера вечером было чуть меньше 60, сейчас вот 50 градусов влажности. Ну, вообще для помещения как бы от 40 до 60 это нормальная влажность. Тем более это такое, как все пишут, это влажное помещение. У вас тут должна влажность быть, сырость. Ну,
Оно так ощущается, что здесь нормально, никакой влажности нет. Что, еще парилки пошли посмотрим? Парилки тоже. Вот эти дешевые. Гидрометр показывает 65. Ну и температура 25. Остыл. Остыл, да. Запах здесь совершенно другой, в отличие от бани. Да. Вот. Ну, это сейчас мы в конце скажем, потому что многие спрашивают, сауна или баня. В душе тоже все сухо, ни капельки никакой влажности тут нету. Мы даже его не протирали. Ну, зачем его протирать? Здесь вода вся стекает и все. Это, ну, мы считаем, это все работает вентиляция, наверное. Если вентиляцию не включать, конечно, будет совсем все по-другому. Вчера мы кушали раков. Как вы видели. Ощущения никакие. Вообще безвкусные раки. То есть то, чего мы ожидали от них, мы ничего не получили. Ну, потому что это покупные раки. Ну, покупные искусственные раки. И поэтому мы просто до этого, года 3 назад мы ловили раков, ездили на озеро. Вот. Ну, раков и этих карасей. Вот, и это самое, приехали домой, небольшие такие, мы их отварили, они там такие всего вкусные. Там всего 10 штучек. Там такой запах от них шел, и мы в таком предвкушении, что вот сейчас вот раков мы сварим, будет такой же запах. Даже когда варить их начали, никакого запаха не было. Так, конечно, немножко неприятно. Ну, пришлось сдавиться. Ну, съели, ладно. Настоящий рак его? А не настоящие, покупные его. Ну реально, мы вообще вот как-то расстроились. Ну ладно. В общем, вот такой у нас джакузи. Такая сауна, такая душевая кабина. Так выглядит процесс отдыха, расслабления. Да. Сразу же скажем, отдых, расслабление. Блин, кто бы нам вот что ни говорил, сауна и баня — это совершенно разные вещи. Здесь, в сауне, ты именно расслабляешься. Баня, она как-то, ну... Не скажешь, что ты там напряжен, но она больше для здоровья. Это больше как, наверное, ритуал какой-то. А здесь в парилке можно посидеть, поговорить, отдыхать, расслабляться, короче. Ну, а кто-то будет теперь знать, чем отличается баня от сауны. Да, и еще раз повторимся. Баня – это пар влажный, вот, а сауна – это сухой. Ну, для нас это так, но для кого-то, может, это разницы никакой нет. Пускай так и будет. Ну и это то же самое, что джакузи с бассейном сравнивать, нам так кажется. Ну да. Вот. Также про джакузи скажем. У джакузи, ну, свои ощущения, тут одно удовольствие, в бассейне совершенно другое удовольствие. Ну, еще раз повторимся, мы, наверное, больше воду... Склоняемся к воде. К воде, да, больше воду любим, поэтому нам больше нравится. Ну, на первом месте, конечно, у нас бассейн. На втором месте пока джакузи. Потом уже сауна, потом баня идет. Ну, баню если... зимой вспомним. Если да, если по приоритетам вот так вот расставлять. Ну, вот так вот. Это наше мнение. Никому ничего не навязываем. Никому ничего не навязываем, да. Это мы просто говорим свое мнение. Ну, теперь уже конкретно проект по сауне считаем завершенным. Открытие состоялось. Вот. Будем теперь пользоваться, наслаждаться. Через год покажем, как у нас тут все плесенью покрылось, как тут все сгнило, развалилось, как обычно. Вот, потому что нам уже пишут, что у вас и в душевой кабине все в плесени будет, и здесь, и телевизор, и все, и короче. Вот так вот. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мир, добра, здоровья всем. Ждите новых видео. Всем пока. Пока.